У Ростула Толахчера министр Хазну Ашук Сапрель Випчерзы на позицию с Адца Инакуршуна июля кинаркна арат с чартуйну Аква Аусура Англа хоть ремонт Усура Курыми Пгара Яхала Гуйнамадана. Ариап с чартуйну Аусу и Чаизнаком Вагунам Зарашрума за Турхахан ремонт и налагала кящтех Русурта Ахерчу Звузазам. Яхави Пхария за арат сурцит хаджа в Жиасицу и Даурина Пшива. Акот вярат в шахтаю на усу и чазар, в шанырцах на хыбрах по ремонте халагу, цохола июля к инеркна рхы и шаку и цирт возы. У врезоб я хаши жинеркна, а джиге и мадзурат валпшек по рынок зарад залам газ. Дара и запшин, у распула тула вчера а министр и цала, акот ви арат в шахтаю на эй хамчут сято арам хичумьян яара. Зашки хошвик и нарихана арапа усы зва, а и хамчут сишка ирма за цара кархот хазара даара и рачан. Мы сегодня получили приказ, подписанный именно Инга вами. Шалова, вы что, за свою подпись верно. К нему не отвечаете? Нет, почему? Это я, а мой что? Подпись. А из чего исходит, ну, у меня же руководство есть. Ну покажите приказ исходящий, где написано 30-го уволить. Нас сегодня собирают и говорят о том, что нас именно сегодня увольняют. Показывайте свой руководящий исходящий документ. Арам хичумья нилум шейдик дыргулу за заара хвартака кадзара. Убрезов дара и усуртаты пашка днейна урстула тулахчара, а министр инцана и кзерпев шатагыла зааша зирым таз. А усызуючары проблема койдары ирхала и незынха, а милиция усызуюча усха шумцанха шраб жиргозги, абсчарта ашта аныжны, а котби абжипшитби абжарап школа пхеиегу, а меду ашка и нейна, автомашина корыны кора аныргылый. Автомашина ко ладаги ведаги зымцо и пшин саат кагара. Уя амтеялак зандары рача верцяйт, а тула хады и усбарта на пхкаве Григорий Иныг, а шарца дархайлака мэцэнук бой отархеция, а куакалаке хада аля слабахуа, жларейзера а депутат Даур Аршба. А наюс амья харказа тапашка да аргейт абснатула хчера министр Мираб Ишмария. Яра абсчарта юна усызуюча ирта хазанейлый ка ирап жигейт, а и ча вариатца зарца культура ахана юныцка. Усхан обдара ядыргаза меду аартна изыргуам тозазтаара курту азейпши изарапана янырфа. Сегодня начальник в РИД начальника санатория Сасин изволил вызвать начальников служб сегодня на совещание в 9 утра, где ознакомил нас с приказом начальника санаторно-курортного комплекса «Южный» господина Хичумяна о том, что весь коллектив сегодняшнего дня с 30 числа увольняется и наше предприятие прекращает свою деятельность. То есть, господа, мы с вами ликвидированы. Естественно, это не могло не вызвать у нас недоумение, потому что мы 16 апреля этого года, вот уже третий месяц, обиваем пороги правительства, парламента, администрации президента для разрешения этой конфликтной ситуации. Возникла она не сегодня, конечно. Мы исподволь шли к этой ситуации, к этой проблеме сегодня. И она спровоцирована господином Хичумяном, хочу вам сказать. Видимо, с определенной целью, я больше не знаю, как это назвать. Потому что нам определенно в правительстве было сказано, причем на разных уровнях нам это было обещано, что до приезда согласительной комиссии, до подписания соглашение межгосударственное о порядке функционирования санаторно-курортных учреждений по меры приниматься по увольнению сотрудников не будут. И мы, поверив этим обещаниям, тихо, молча, очень интеллигентно выжидали. Однако Арам Фрунзеевич почему-то, именно сегодня ему пришла эта светлая мысль в голову, вдруг издать такой приказ. Естественно, мы не могли не отреагировать. Азейпший зарап на дух гылает обстанатула вчера министр Мираб Ишмария. Я имел встречу с министром обороны Российской Федерации и был разговор насчет этой санатории. Я, честно говоря, отношения министра обороны Абхазии не имеет к МВО никакого отношения. У меня на балансе она не стоит. Я пришел просто по просьбе вас оказать какую-то помощь с моей стороны, то, что возможно. Мой представитель там находится. Сейчас исполняющий обязанности президента Анфар разговаривал с правительством, с представителем Министерства обороны, все это приостановлено. Все вот эти указы, приказы, которые были отменены, приостановлены. Чумян выполняет приказы сверху поступающие, он состоит в Министерстве обороны. Я прекрасно вас понимаю, я многих знаю здесь, кто воевал, кто это. Не имеет разницы. У вас коллектив многонациональный. Здесь не стоит вопрос абхазцы, русские, греки или другие армяне. Здесь стоит вопрос о работе, будем говорить. Правильно?
остаетесь без... Вот вопрос. У вас семьи, у вас дети, тем более школа на носу. Другие вопросы есть. Ну, я прекрасно понимаю. Вот ваши требования, то, что вот сейчас есть и представители администрации, есть здесь и другие лица, которые мы сейчас доведем до исполняющего. А то, что приостановлено, вы уже в курсе, идите по своим местам. Мы вам правда доверяем. Мы знаем, что вы храбрый человек. В отличие от других, которые прятались в бомбоубежищах во время определенных событий, мы знаем, что... Вы себе, как мужчина, никогда себе этого не позволили. Поэтому мы вам доверяем, поэтому, в общем-то, надеемся на то, что вы как-то повлияете на ситуацию. Атмула Хадайвус Бартайхабы Григория Иныги Кукуларакна Абсшартавина Усзуй Церхуми Апгаши Закуантум Фа Ахфааны Язгвейтей Абснахада Инапанзакуна Зигдзо Александр Анкваб Арязара Тапакуцара Инапышалаку. Исполняющий обязанности президента Александр Владимирович вызвал меня, попросил, чтобы я приехал сюда. Я как раз приехал. В первой половине мы с вами говорили, да? Вот. Конечно же, данный факт был сразу же Александром Владимировичем доложен, не доложен, а сразу поступил звонок Министерства обороны России и правительства России. То, что сказал Мира Борисович, это я не стану повторять. Вопрос другой. То, что касается дальнейшей вашей жизни, вы как работали, так и работаете. И продолжаете работать. Но я единственное хотел бы что сказать вам. Это чтобы вы знали точно. Руководство страны всегда будет отстаивать интерес и будет отстаивать интересы своих граждан. Вот эти слова, которые я сказал, это были переданы от Александра Владимировича. Дальше. Если какие-то вопросы до конца не ясны, значит, инициативную группу Александр Латинскович просил подойти к нему, он может дальше разъяснить. Азепши из-за рачных обсчартовина усызываются русурта поршка и ханхвить.